Монета 1 копейка 1932 года выпуска. На реверсе монеты прописан номинал. Крупная цифра 1. Под ней указание название денежной единицы. Надпись в одну строку «Копейка». Слово «копейка» берет название со времен новгородской деньги с изображением копейщика, боевой единицы в постоянном составе в пехоте и коннице, в армиях русского, немецкого и других европейских государств в XVII веке, основным вооружением которых являлись копья. Официально при великом князе Василии Ивановиче III был издан указ «Учини знамя на деньгах, князь великий на коне и имея копье в руце», оттоле прозвавшиеся деньги копейные. Ниже слова «копейка» указан год чеканки 1932. Под ним круглая точка, которая бывает большего или меньшего размера и является признаком той или иной разновидности монеты. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, скрещенные внизу. Стебли колосьев имеют продолжение и, проходя по бокам вверх вдоль канта, соединяются вместе над цифрой 1. Вдоль стеблей имеется 7 участков, состоящих из двух точек или узелков на стебельном ободке колосьев. Бывают различные формы и размеров, с различным местоположением на стебельном ободке, служат для определения разновидностей, а также часто являются необходимым отличительным признаком при определении подлинности монет. На аверсе монеты в центре герб СССР образца 1923 года с 6 витками ленты на колосьях пшеницы по числу языков русский, украинский, белорусский, армянский, грузинский и тюркско-татарский 4 союзных республик РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, в состав которой вошли Грузия, Армения и Азербайджан. Эти 4 республики образовали в декабре 1922 года Союз Советских Социалистических Республик. Между перевитыми лентой колосьями на фоне восходящего солнца и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот. Над ними пятиконечная звезда. Под гербом прописана аббревиатура государства, надпись «СССР» с точками после каждой буквы. Вокруг герба, вдоль канта, слева направо расположен лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – восклицательный знак. Гурт монеты рубчатый. Монета изготовлена из алюминиевой бронзы марки БРА5, 95% меди и 5% алюминия. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе тиражом 39 572 565 штук. Средняя цена монеты 200 рублей. Конкретно эта монета куплена за 400 рублей.